Ну, Александр, сколько мы раз спросили? Во-первых, молчать, когда мы говорим здесь, чтобы нам... Во-вторых, не комментарий. Ну, только что я уходил. У меня, по-моему, пока еще вполне прилично. И мы до этого, мы сколько сидели, вообще мы попросили, мы спокойно отработали все вопросы. Да, одно вопрос задали, вопрос тут же перевозбудились, вся фракция «Единая Россия». Ну, теперь ну, надо будет успокаивать. Я еще раз говорю, что за высказывание? Тут Леднецкий опять в адрес... Коллега, как только нас не проведет, ты извольте, мы пока до этого, мы никого не касались. Поэтому давайте мы с вами теперь будем огребать все, что сами заполучили. Сейчас понял, что вы отойдите, успокойтесь. Я свою минуту тебе буду спать здесь. Раз вы мне там не даете вашей фракции выступать. И когда у нас есть претензии, а вы не нарушаете вашу фракцию, не нарушаете регламент. Когда мне по очереди здесь вот эту чехарду, этот квартет там работает, ваш постанов. Я просил бы вас, прошу председателя, не нарушать регламент. А я прошу вас не нарушать. Это не касается фракции. А я прошу вас не нарушать. Право. А мне выступать тогда? В трибуне. Ну что вы? А вы мне с места не даете? Вы выступаете с места в рамках регламента. Так вы мне не даете мне выступать с места. Ваши коллеги, да что вы говорите, во-первых, выключаете. Во-вторых, ваши коллеги меня через ноль. Я буду здесь выступать. Надо, если на стул сейчас притащу, надо? Уважаемые депутаты, прошу регламентную группу, мандатную комиссию, сделать оценку. Сделать. Поведение Бондаренко, объявляется перерыв на 15 минут. После перерыва, после перерыва. Уберите Литовскую оттуда, мы будем проходить там. А, мы проверим сейчас. Давайте мы сейчас посмотрим. Хорошо? Хорошо. Проверим. Хорошо. Александр, я просил бы разобраться с вашими членами. Я не буду ничем. Вы не можете разобраться со своими? Почему? Антонов, попросите разобраться со своими. Я попросил его уже. Не удалось, и мне не удалось. Надо же. Александр. Надо же совпадение какое. Ему не удалось, и мне не удалось. Успокойся. Только он начал. Там нет непонимания. Я же и сам говорю, вот здесь сейчас сяду и буду помнить, когда нет, будете узнать. Если бы мы с первого раза вышли, вопрос нет. Но я раз 5-10 делал замечание. Я же говорил, в последний раз, самый последний раз. Ну вы обеспечите работу, но вы зачем нас толкаетесь на такие крайние действия? Хорошо, я буду здесь. А? Вы